С отступающим! Наконец-то можно перестать есть оливье. Ведь надо есть оливье до 14 января. Надо лежать, надо ничего не делать. Я справилась, ребята. Это снова я. Узнали ли вы меня? Ура, ура, ура! Продолжаем. Наконец-то вот я достала это. Это Либер Д'Оранж. Недели три назад я сказала, завтра я расскажу вам о первом аромате, и стала есть. И вот закончила только сейчас, проверила, вроде лицо еще влезает, поэтому можно продолжить. На самом деле, я не то чтобы очень сочковала и вообще не занималась запахами. Я нанесла первым делом, естественно, аромат, который называется «Жирный электрик», и потерял покой, потому что... Сначала, что пишут официальные всякие источники, что это аромат 2009 года, это мужская парфюмерия, об этом чуть позже, восточно-древесный ненавязчивый аромат, в котором ярко чувствуется запах жареных каштанов, эфирное масло мирры, экстракт листьев оливы и африканского дерева апопонакс. Парфюмерная композиция изменяется, удивляя нас сладостью ноток ванили и взбитых сливок, очень по-мужски, а в конце раскрывается красивым шлейфом сушеного ветивера. Аромат мужской, но я нанесла его на себя, и я поняла, что хочу носить его вечно. Я ходила с ним в магазин, я ходила с ним гулять, я ездила с ним за город, мне очень все нравилось. Никаких взбитых сливок, никакого ванили я не почувствовала. Я загуглила, что такое апопонакс. Оказывается, это какое-то там африканское дерево. Или даже, типа, я так понимаю, что это что-то типа цикуты. Такая хрень, короче, большая. И у нее есть смола. Вот апопонакс и жирный электрик. Две вещи неразделимые, потому что пахнет этот аромат исключительно... смолой. Почему жирный электрик? Ну, вот пишут, что это типа так называется жирный электрик, а пахнет чем-то другим. Ну, не знаю, для чего, в общем, это все было придумано, потому что я бы назвала этот аромат Папа Карло или мужик, который нужен любой бабе. Потому что этот запах мужчины моей девичьей мечты. Это запах мужчины, который умеет делать все-все-все своими руками. Очень сильно мне напоминает, я бы назвала, наверное, эти духи Папа Карло, потому что это запах того, как я прихожу к этому мужчине в мастерскую. Он сидит там, мастерит, потому что он зарабатывает деньги своими руками, своим талантом. Он имеет неограниченные вообще возможности что-то смастерить и сделать. Сделает все, что угодно из любого, из говна конфетку. Он сидит в этой мастерской, чисто, потому что кроме того, что он талантлив, он еще и чистоплотен. И вот он, значит, там сидит, не замечая меня, и увлеченно что-то паяет, потому что пахнет очень сильно канифолью. Канифолью, свежим деревом, какими-то лакокрасочными изделиями, и никаких сливок, никаких каштанов, если я их с тобой не принесла, в этой мастерской совершенно нет. Да. И вот очень часто любят говорить о парфюмерии, о женщине и о сексуальности. Мол, если вы хотите ощутить себя сексуальной, то нанесите этот аромат. Так вот, как бы, мужики, если вы хотите ощутить себя сексуальным, если вы хотите, чтобы бабоньки чувствовали вас сексуальным и хотели вас, нанесите, пожалуйста, на себя уже... Нет, сначала помойтесь, да, а потом нанесите на себя... жирного электрика от Этали Либер Д'Оранж, потому что вот лично я возбуждаюсь от мужчин, которые умеют делать что-то руками, а не от мужчин, которые умеют красить ногти, губы, глаза и красиво ходить по магазинам. Для меня мужская сексуальность – это вот это. Это талант, это руки из плеч и это желание делать, созидать, творить, создавать. Может быть, я что-то не так поняла в жизни, но для меня вот это то самое. И если я почувствую, что от мужчины
исходит вот такой вот аромат вот этого вот рукоплечести, я прямо аж пойду за ним куда угодно. Так что имейте в виду, лучше любого афродизиака. Хотя вот я не знаю, может быть, я одна такая. В общем, короче, кто меня это самое хочет заполучить, а ну идите покупайте Тали Бардаранж и давайте им с ног до головы поливать. Потому что иначе шансов-то у вас никаких нет. Потому что мужичков-то я недолюбливаю, потому что все они грязные животные. Вот. А так, в общем, с этим чистые, опрятные, ароматные. Ух! Ух! Вот, да, и я сама его ношу на себе, и мне очень нравится, мне приятно. Какая-то есть надежда. Какая-то есть надежда на то, что все-таки мужское племя возродится, выйдет из барбершопов и пойдет валить лес и создавать красивые деревянные церкви. Вот. Я закончила, кажется, неожиданно сама для себя. И до новых встреч. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, поставить лайк, сделать репост, написать комментарий о том, что я там, не знаю, какая-то не такая или наоборот какая-то такая. И где-то вот тут вот я всегда оставляю ссылочки на всякие разные полезные мои же видео, потому что я эгоист. Пока-пока.